Здорово всем, бродяги, Василько на связи, это Fast Money, на балансе у нас 250 рублей, также для вас будет промокод. Вот, вот этот промокод, в общем-то, вводите, активируете и получаете 2 рубля на халяву. Окей, 25 рублей, сделаем ставочку на 25 рублей, я надеюсь, что еще кто-то залетит, онлайн, в принципе, 36 человек. Фух, ну ждем, чтобы кто-нибудь, да, залетел. Также у них конкурс проходит, да, конкурс ВКонтакте, да. Вот, новогодний конкурс на 10 тысяч рублей, пацаны. Подписаться на Телеграм, сделать репост конкурса себе на стенку. Все подробности конкурса тут. Вот тут все подробности конкурса. К тем временем к нам кто-то залетел на целых 11 рублей. Вот. Короче, пацаны, ни разу ролика не было по этому сайту. И вот решил, в принципе, снять ролик по такому сайту, как Fast Money. Так, топят, топят. Под конец топят, естественно, да? Как же без этого-то? Что-то резко останавливается. Ладно, окей. 11 рублей, пацан, поставил, выиграл. Давайте я еще 25 поставлю. Я думаю, что в теории поднять рублей 300-400 и вывести. Если, конечно, получится. О, пацан. Натопил. Затопил. Вот такую ставочку сделаем. 110 рублей ставка. Это 260, если я выиграю. Блядь, да ты чё, рофлишь, что ли? Еще 25. На тебе еще 25, ебану сейчас. Мне 69%, пацаны. Ладно, окей, 180 рублей. Как музыку вырубить? А, вот звук. Как я понял, здесь чистый рандом. Блять, 158 рублей ставка. Стой, отлично. 217, более-менее от камбэка. Блять, давай не проеби. Стой, отлично. 268. 38 рублей давайте поставим. Если что, братан, я тебя перетоплю, да не беспокойся. Еще хочешь, блять? Я сотку выведу, короче. Хоп, давай, стопайся. Блядь, на нем стопнул, сука, блядь. Все проебал, нахуй. Все, что было, все проебал, блядь. Ну окей. Давайте сотку поставим, блядь, и все, нахуй. Ох, ебать, пошли, нахуй. Разогрели, растопили, блядь, яму. Сейчас проебем, чувствую, нахуй, пиздец. Пацан топанул, 219 рублей, это, блядь, банк, нахуй. Хуяк сейчас на нем остановится. По-любому на нем. Ебать, крутится долго. Понимаю, понимаю. У меня 45, у него 45. У меня чуть больше было. Но мы проебали. Сотен ебанем. Тот что-то докинул сотку, решил сотку докинуть. Вдруг еще, блядь, ну если хотя бы 250 рублей так подниму, нормально будет. Также еще раз скажу, розыгрыш на 10 тысяч рублей. Новогодний розыгрыш. Все условия. Вот здесь читать в группу переходите, то есть на сайт переходите, вот нажимаете ВКонтакте, там будут все, абсолютно все условия. Бля, давай, не подведи по-братски. Нормально. 120, 21. 21. 50, если что. Вот 50. Да, ДП. 50.11, можно? Спасибо. Если дотопит, то я тоже затоплю. Так, ну значит выиграли, блядь. Ну сука, я что-то проебался. Мне там надо было отойти. Как бы вот. Но мы, в общем, выиграли. Так, окей. 100 рублей ровно. 100 рублей ровно, блядь. Давайте хотя бы от камбэком 350 выведем нахуй в пизду. И 400, хуй знает. Хуй знает. Стопайся, нахуй. Отлично. 44.01. Парам. О, все залетели по 5 рублей, блядь. И ты еще по 5. Ой-ой, блядь, все нахуй. Как эти, блядь. Как новострелы. Давайте 25 ебанем еще сверху. Такая так красиво 5 рублей, когда залетает, смотрите, цвета так красиво выстроены.
Ладно. Тут комната только одна. В конце 10 рублей, блядь, все испортило. Отлично, 173 рубля. 23.11, да? Угу. Бля, поднять бы хорошую сумму, ебать, и все. Так, 23. Бля, давай еще раз ебани. Охуенчик. Ну да. Не всегда же мне. Так, давайте 25. Потом, если что, если тут залетит крупно, еще раз 25. Нормально. Сейчас на 10-й, на 5-й секунде где-то еще отдохну. Если кто-то захочет перетопить, у кого-то будет желание перетопить, хорошее желание, то я еще депну. Давайте сейчас помню. Он еще 5 рублей положил. Стой. Сука. Хорошо. 166 рублей. Может 166, может 150 ебануть сразу. А, не по полтиннику 3 раза. 50. 16, блядь. Что-то как-то хочется, блядь, хочется что-то какой-то банк дня 1000 рублей. Вот такой банк мне, бля, вообще прям устроит, да, нахуй. Никто не депает. Никто не хочет депать, да? Что, все, что ли? Ну, такой. Ну, ладно. Плюс какие-то копеечки. Ой, ебать, заебись. 45 рублей залетели, нахуй. Вот так тебе еще, бану. Братанчик. Давайте 50 рублей еще на ДП. Чтоб, блядь, прямо охуел пацан от жизни. Чтоб банк был 165 рублей, если бы я подумал, то можно спокойно вывести хорошую сумму. Стой! Отлично, все, пацан. 198 рублей, это чистый вывод. Чистый вывод. А, ну, x2 типа сделали, по сути. Или 48.50. Не, все. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Вот такой вот у нас ролик получился. Всем удачи и всем одесса. Удачи, парни. Пока.